Здравствуйте, я Настрома 771. Сегодня я хотел бы выполнить небольшое тестирование Яндекс браузера. Версия 16.4.1.85.65, финал, по состоянию на 5 мая 2016 года. В данном браузере были существенно улучшены защитные функции, которые мне и хотелось бы протестировать. Для тестирования используется операционная система Windows 10, профессиональная, 64-битная. Аппаратная часть тестовой машины, процессор Intel Xeon X5472, 3000 Гц на ядро, 4 ядра, 16 ГБ оперативная память, 1 ТБ винчестер. Что касается данных о процессоре, вынужден остановиться более подробно, так как некоторые зрители неверно трактуют мое изложение частот процессора. Есть мнение о том, что указывая 3000 Гц на ядро и в дальнейшем перечисляя количество ядер, я подразумеваю, что ядра процессора будут суммированы, и общая тактовая частота в этом случае достигнет 12 000 Гц. Разъясняю. Многоядерные процессоры, которые сейчас используются, вне зависимости от количества ядер, имеют как определенную частоту каждого ядра и количество операций, которые может выполнять данное ядро, так и общую частоту процессора. 3000 Гц в данном случае подразумевает, что каждое ядро процессора работает с тактовой частотой 3000 Гц и выполняет определенное количество операций. Тем не менее, общая частота процессора остается 3000 Гц. Частоты в ядрах процессора не суммируются, не вычитаются, не умножаются и не делятся. Это определенная закрепленная единица. Теперь, что касается Яндекс браузера. Данный браузер использует собственную систему активной защиты Protect. Это комплексная система безопасности в браузере, которая оберегает от большинства неприятностей при работе в сети интернет. Она включает следующие элементы. Это защита соединения. Браузер передает данные через специальный канал с шифрованием и защищает пользователей от перехвата и подмены DNS-запросов. Защита платежей и личной информации на соответствующих сайтах, включается автоматически защищенный режим. Если вводится пароль, который ранее использовался на другом сайте, браузер предупредит о небезопасности такого действия. Защита от вредоносных сайтов и программ. Браузер будет предупреждать пользователя, если он попытается открыть распространяющую вредоносное ПО страницу. Помимо этого, браузер проверяет на наличие вредоносного кода все загружаемые архивы и исполняемые файлы. Технология на этапе загрузки направляет часть файлового кода в облачную систему проверки. Если антивирус в облаке заподозрит какие-то опасности, то файл, возможно, будет перепроверен полностью. Как правило, хватает незначительного элемента программного кода. Если объект является зараженным, то у него будет изменено расширение, как поступает большинство антивирусных программ, и браузер после загрузки данного файла предупредит о его небезопасности для того, чтобы пользователь мог принять последующие решения. Для защиты пользователя от зловредного программного обеспечения и нежелательной рекламы разрешается устанавливать дополнение только из проверенных источников. Данные дополнения регулярно перепроверяются на подлинность. Защита от нежелательной рекламы. Браузер блокирует баннеры и всплывающие окна с нежелательной рекламой, а также шокирующую рекламу с неприятными изображениями, порнографией или рекламой мошеннических сайтов. Большинство из перечисленных функций пользователь по своему усмотрению может настраивать, включать или отключать. Немного о технологии DNSCrypt. Для соединения с сайтом в интернет необходимо знать его IP-адрес. DNS – распределительная система, способная получить IP-адрес по доменному имени. Когда пользователь вводит адрес сайта, происходит следующее. Браузер отправляет запрос с указанием домена на специальный DNS-сервер. DNS-сервер в ответ отправляет необходимый физический IP-адрес. Запрос к DNS-серверу и его ответ передаются без шифрования. Отсутствие такого шифрования приводит к тому, что провайдер и администратор могут узнать, какие сайты посещает пользователь. Злоумышленник может подменить
отменить ответ DNS-сервера, перенаправить пользователя на вредоносную страницу. Технология DNS-крипт в Яндекс.Браузере работает следующим образом. Зашифровывает с помощью эллиптической криптографии запрос на вашем компьютере. Зашифрованный запрос отправляется на DNS-сервер, который поддерживает протокол DNS-крипт. DNS-сервер отправляет на ваш компьютер IP-адрес в зашифрованном виде. Приступаем к установке браузера. Запускаем дистрибутив. Соглашаемся с участием в улучшении сервисов Яндекс. Начинаем использование. Браузер установлен. Защита онлайн-платежей. Разъясняется, как работает данная технология. Смотрим информацию о браузере. Версия 16.4.1.85.65. В случае перехода на страницу онлайн-банкинга, как я сделал сейчас, Сбербанк онлайн, включается защищенный режим. Появляется соответствующее уведомление и надпись «Защищенный режим». Верхняя часть браузера окрашена в темно-серый цвет. Разъясняется, что такое данный режим. Включены только доверенные расширения, применяются более строгие настройки безопасности, интерфейс браузера изменен. Данную технологию можно включать и отключать самостоятельно. Для этого достаточно нажать на соответствующий значок. Открывается дополнительное меню с указанием адреса сайта. Открывать в защищенном режиме включено. Можно отключать и включать по умолчанию на той странице, которая вам нужна. Можно перейти к настройкам сайта. Можно выполнить общее отключение защищенного режима. Для этого необходимо перейти в настройки, включить «Показать дополнительные настройки», в блоке «Система» снять галочку «Открывать страницы онлайн-банков и платежные системы в защищенном режиме». Для того, чтобы включить и постоянно использовать систему DNS-крипт, в блоке «Расширенных настроек» в сети необходимо выставить галочку «Всегда использовать защищенный DNS-сервер Яндекса с шифрованием DNS-крипт». Блок «Пароли и формы». Здесь выставляется галочка «Включить защиту от фишинга». Можно выполнить очистку данных. Защита личных данных. Здесь можно выставить галочку «Блокировать шокирующую рекламу» и выполнить настройку. Отправлять сайтам запрос «Не отслеживать». Тем не менее, данная функция является лишь рекомендацией сайту не отслеживать ваши действия. Это не означает, что сайт не будет выполнять отслеживание. Любую страницу, которая использует HTTPS-шифрование, можно добавить в список защищаемых, например, ВКонтакте. Открываем страницу, нажимаем на значок замка и в открывшемся меню выбираем «Включение защиты». Теперь при открытии данной страницы будет включаться защищенный режим. Еще раз акцентирую внимание, что данный режим касается только HTTPS соединений. Теперь предлагаю выполнить ряд тестовых мероприятий. Первая часть тестирования состоит в загрузке с удаленного сервера незапакованных открытых .exe объектов, которые являются зараженными. Для этого я отобрал наиболее опасные вирусы, программы-шифраторы. Вторая часть тестирования – это открытие опасных фишинговых ссылок с сайта FishTank. Первый объект – ссылка на энкодер 12. Пробуем загрузить в браузере. Обнаружена вредоносная программа. Предлагается удалить. Удаляем. Второй объект – энкодер номер 16. Пробуем загрузить в браузере. Вновь предупреждение. Обнаружена вредоносная программа. Удаляем. Последний объект из категории энкодеров 1038. Загружаю. В объекте обнаружена опасность. Удаляю. Следующая категория опасных объектов. Объект номер 1. Загружаю. Обнаружена опасность. Объект удаляется. 324 объект. Загружаю. Обнаружена опасность. Удаление. 669 элемент. Загрузка. Объект опасен и удаляется. Последний элемент 798. Загрузка. Обнаружена опасность. Объект удаляется. Следующие объекты принадлежат категории бат-скриптов. Загружаю. Объект номер 1. Находится в категории загруженных. И последний, четвертый объект. Загружаю. Объект загружается, предупреждение со стороны браузера не последовало. Дело в том, что данные объекты относятся к категории скриптов и не проверяются на опасность. Можем перейти к папке и просматривать данные элементы.
Хотелось бы пожелать производителю, чтобы как определение исполняемых зловредных объектов выполнялась проверка бат-скриптов, потому что данная категория элементов присутствует в сети и может нанести немало вреда. Теперь давайте перепроверим объекты, которые предлагались для загрузки при помощи сканера Zimana. Проверяется 115 элементов. Все объекты являются опасными. Я предложил для загрузки объекты категории черви, вирусы, ransomware, botnet, backdoor, downloader, spy агент, вирусы для DOS, трояны, руткиты. Данные объекты были собраны в период апреля 2016 года и являются достаточно свежими. Тем не менее, система защиты браузера Яндекс смогла определить в них зловредность и не позволила пользователю получить к ним доступ, за исключением бат-скриптов, которые браузер не перепроверяет. Следующий этап тестирования – это предложение браузеру открыть фишинговую страницу. Страница номер один. Разрешается ввод e-mail адреса и пароля. Можно сохранить пароль для этого сайта. Никаких предупреждений не последовало. Хотя, по мнению FishTank, данный сайт является 100% фишингом. Следующий объект. Пробуем открыть. Третья веб-страница. Предупреждений о опасности не последовало. Предлагается сервис AOL. Пробую ввести данные. Можно сохранить пароль. Следующий объект. Можно загрузить элементы. Загружен объект архив. Пробуем распаковать. Появляется файл. Пробуем проверить данный объект. Является опасным. Рекламная программа. A2 Outbulk. Пробую перейти с категории самых свежих ссылок 10 мая на более поздние. Возможно, данные элементы не были пока обработаны, и поэтому браузер не определяет фишинговые страницы. Давайте попробуем перейти на сутки назад. 9 мая. 100% фишинг. Открываем. Страница не найдена. Техническая информация. Данная ссылка уже отсутствует. Дело в том, что многие фишинговые ссылки не существуют продолжительное время, а очень быстро ликвидируются после выполнения заложенных в них функций, а именно кражи данных пользователя. Еще одна ссылка. 9 число. Данная ссылка уже недействительна. Открывается возможность ввести логин и пароль. Несколько ссылок за 8 мая. Первая ссылка уже нет. Вторая ссылка отсутствует. Еще один объект. Указать свой номер телефона, либо адрес для восстановления. Ссылки открываются, предупреждений я не наблюдаю. Попытка открыть еще одну фишинговую ссылку из категории свежих, и вновь сайт легко открывается, можно вводить имя, пароль и так далее. Блокировок со стороны браузера я не наблюдаю. Я считаю, что открыл достаточное количество ссылок, которые предоставил сайт FishTank за 10, 9 и 8 мая. К сожалению, ни одной блокировки я не наблюдал. Более того, один из загруженных объектов оказался зараженным. И в данном случае браузер заражение не обнаружил. Хотелось бы отметить, что те технологии, которые внедряет Яндекс для защиты пользователей, они актуальны, востребованы, так как максимально, насколько это возможно, без участия какого-либо дополнительного защитного программного обеспечения, функциями браузера достигается защита пользователей, канала связи, личных данных от какого-либо стороннего вмешательства. Тем не менее, тестирование показало, что не все опасные объекты могут быть определены, и, к сожалению, работа компонента антифишинг меня пока не убедила. Данный браузер находится в состоянии разработки, защитные функции расширяются и будут видоизменяться. Более подробную информацию о каждом компоненте защиты вы можете получить в справке, которая предлагается к браузеру. Объекты, которые были загружены в незашифрованном виде на территорию временного хранилища в Мега после проведения тестовых мероприятий, были мной немедленно уничтожены. Поэтому все те ссылки, которые вы могли наблюдать, в настоящий момент никуда не приведут. И загрузить объекты с указанного ресурса вы уже не сможете. Это сделано в целях безопасности. Я никогда не оставляю зловредные объекты в открытом доступе. На этом тест
тестовые мероприятия завершаются. С вами был Nostromo 771. Спасибо за внимание. До свидания.